Господи наша, святые святые, сыны немощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, я говорю, мы оставляем дом грехом нашим, и не види нас свое искушение, но избави нас от Бога. Яко Твое есть царство, и сила, и слава. Господи, помилуй, Господи, я познаю Писание Божие, Господи, помилуй, Господи, Сына Бога, Господи, Oh,
Сибо взят о душах ваших,
яко слово воздати хотяще, да с радостью сие творят, а не воздыхающе, несть полезно вам сие. Молитесь у нас, уповаем вон, яко добру совесть им мы во всем добре хотяще жити. Лише же молю, сие творите, да вскоре устроюся вам. Бог же мира возведи из мертвых пастыря овцам великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Да совершит вы во всяком деле благе, сотворите воле Его, творя во вас благоугодное пред Ним Иисус Христом. Ему же слава во веки веков. Аминь. И Духове Твоему. Всем труждающихся, поющих и предстоящих людям ожидать.
славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помолитесь, блаженный Господи. Спаси, Господи, сохрани, Боже, Твоей благодатью.
великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно и во веки веков. Пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы, священнические, монашеские чины, причет церковные, братья святаго храма сего, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Необычная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих. Бездомные находили в его доме приют, странники пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые дела
Господь наделил будущего святителя благодатными дарами, прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов. После смерти жены царствования Константина Великого и его сына Констанция, святой Спиридон был избран епископом города Примипунта. В его лице паства приобрела любвеобильного отца. Во время продолжительной засухи и голода на Кипре по молитве святителя Спиридона пошли дожди, и бедствие прекратилось. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным. По его молитве был наказан немилосердный хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены от голода и нищеты. Завистники оклеветали одного из друзей святителя, и тот был заключен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил многоводный поток. Вспомнив, как перешел разлившийся Иордан Иисус Навин, святитель с твердой верой во всемогущество Божие вознес молитву, и поток расступился. Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, святитель Спиридон перешел по суху на другой берег. Предупрежденно о пришедшем, судья встретил святителя с почетом и отпустил невиновного. Много чудес совершил святитель Спиридон. Однажды во время богослужения в лампаде догорал елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но Господь утешил его. Лампада чудесно наполнилась елеем. Известен случай, когда святому Спиридону незримо сослужили ангелы, и после каждой их тени слышали пение ангелов: «Господи, помилуй!» Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция, разговаривал со своей скончавшейся дочерью Ириной, уже приготовленной к погребению, оживил благодатью Божией умершего ребенка, а затем и его мать, при виде чуда упавшую бездыханно. Проведя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто не внимал голосу совести и словам святаго, постигало наказание Божие. Как епископ, святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия. Пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности священного писания. Святитель строго обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия и других богодухновенных книг. В 325 году святитель Спиридон участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее. Осененный Божьей благодатью, он обратил в православие ученого греческого философа, защищавшего ересь Ария. «Един есть Бога, сотворивший небо и землю, и создавший на земле человека, и устроивший все прочее, видимое и невидимое, словом своим и духом. И мы веруем, что слово это есть Сын Божий и Бога, который, умилосердившись над нами, заблудшими, родился от девы, жил с людьми, пострадал и умер ради нашего спасения и воскрес, и собою совоскресил весь род человеческий. Мы ожидаем, что Он придет судить всех нас праведным судом и каждому воздаст по делам Его. Веруем, что Он одного существа со Отцом, равный с Ним власти и чести. Так исповедуем мы, и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом. И ты не осмеливайся исследовать, как все это может быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко превышают всякие человеческие знания». Философ признал правоту святителя и сказал своим друзьям: «Пока состязание велось посредством доказательств, я своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства из уст этого старца стала исходить какая-то особенная сила, доказательства против нее бессильны. Богу человек противиться не может. Последуем за этим старцем. Устами его говорил сам Бога». На соборе в Никее святитель Спиридон так объяснил арианам исповедуемое православными единство трех божественных ипостасей Святой Троицы. Святой взял в руки кирпич и стиснул его.
Вверх мгновенно метнулся огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Вот три стихии, а кирпич один», — сказал святитель Спиридон. «Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино». По некоторым сведениям, святитель Спиридон участвовал и в деяниях Поместного собора 342-343 годов в городе Сердики, ныне столица Болгарии, София. Господь открыл святителю приближение его кончины. Последние слова святого были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон представился ко Господу. Погребли его в храме в честь святых апостолов в городе Тримифунте. В середине VII века мощи святителя перенесены в Константинополь, а в 1453 году на остров Кирпира в Ионическом море. Греческое название острова – Корфу. Здесь, в одноименном городе Кирпира, главный город стран острова, и поныне сохраняются святые мощи святителя Спиридона в храме его имени. Десная рука святителя почивает в Риме. Пять раз в году на острове совершается торжественное празднование памяти святаго Спиридона. Святитель Спиридон Тримифунский издревле почитается на Руси. Солоноворот или поворот солнца на лето, 25 декабря нового стиля. Совпадающий с памятью святителя и называли на Руси Спиридоновым поворотом. Особым почитанием пользовался святитель Спиридон в Древнем Новгороде и Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя. В Московской церкви Воскресения Славутщего находятся две чтимые иконы святителя Спиридона с частицей его святых мощей. В славянских служебных минеях его имя встречается с XI века. К тому же времени относят перевод службы святому, составленный Феофаном Палестинским в первой половине IX века. О жизни святителя Спиридона сохранились свидетельства церковных историков IV-V веков, Сократа Схоластика, Созамена и Руфина, обработанные в X веке выдающимися византийским агиографом блаженным Симеоном Метопрастом. Известно также житие святителя Спиридона, написанное ямбическими стихами его учеником, святителем Трифилием, епископом Левкусии Кипрской. Богу нашему слава, всегда на них лично во веки веков. Аминь. Господи, ли вас видение будет не причащение святых твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Кто сегодня готовился, тайм, Thank you.
и прикоснусь устам вашим, этими беззакония и грехи ваши очистят. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Украшены всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавай ты святителю Спиридоне, воистину показался и друг Христов. Мы же зрящися небесного человека и земного ангела со благоговением умильно затеемся.
Радуйся, уме созерцай тайны Пресвятой Троицы. Радуйся, обогатившийся Духа Пресветлым и сиянием. Радуйся, светильниче многосветлый. Радуйся, ум твой, бесстрастие просветивый. Радуйся, из млада истинную простоту безмолвие возлюбивый. Радуйся, украшение целомудрие. Радуйся, любви неистощимая струя. Радуйся, яко странолюбие Авраама подражал еси. Радуйся, яко всем любви обильно ходы дома своего отверзал еси. Радуйся, нищих предстателю, радуйся, пред ним же благоговеют люди. Радуйся, яко ты еси обитающий Пресвятаго Духа. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Кипры вся христианские страны, нетленные мощи твои святители, от них же истекают обильное исцеление, возрадовавшися и мы, почитающие тебя, яко преобильного источника благодати, ниспосланного свыше нам, вопием к верховному подателю небесных и земных благ. Аллилуйя! Божественный мы, ощисы и пастырь бессловесных овец, ты произволением пастыря начальника Христа избран был еси пастырь овец словесных. Вернее же, разумев, что тебя доброго пастыря неусыпно стали своим пекущегося воспеваху. Радуйся, архиерей Бога Вышнего, хиротонии восприявы обильно божественной благодать. Радуйся, светильниче многосветлый, горя и светяй. Радуйся, верных делателю вертограде Христовым, радуйся пастырю, напажите верой благочестие пастру своего воспитавый. Радуйся сияниями добродетелей твоих, мир просвещавый. Радуйся престолу Христову божественную жертву приносивый. Радуйся иерарши, разумение православия украшенный. Радуйся апостольского учения исполненный, верных струями спасительного учения напояя. И радуйся, яко и мудрых озарил еси. Радуйся, яко и простых сердца обновил еси. Радуйся, слава православных и церкви, непоколебимое утверждение. Радуйся, украшение церкв, славы похвала и благоговейных. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Силы Вышнего, осенившего вся святителю Спиридоне, богомудр ты показался еси, изжавши дланью глину, срочно след всем очевидно яснил еси. Тем же лжемудрей философии, собравшейся на соборе, ужасовшейся, верней же непостижимого, прославивши Бога, мудрившего тебя во спасение, вопиющий ему аллилуйя. Аллилуйя! Имеющий тебя в помышлениях своих сердце собора, просто неискусное в книжном учении, молишь тебя, Отче Спиридоне, не препирайтесь и словесо свети ее, мнящимся мудр быть, ты же святителю ревностью по Бозе, распаляемой верою, яко проповедь Христова не в препрательных мудрости человеческие словесе, но в явлении духа и силы мудре, того обличив, вразумил и на путь истины наставил еси, все видевшие чудо сия взываху, радуйся свете православной мудрости, радуйся яко, глаголем их быть мудрых совопросников посрамилась, и радуйся источничью благодатью обильной, радуйся непоколебимый столб и твердо содержащих сущих вере, радуйся мрачаюсь и погубную ересь, радуйся через него же попрана бысь безумие, радуйся яко переземная проповеда твоими руками Святую Троицу, радуйся яко из глины извелась и угонь и воду в утверждение догмата Святой Троицы, радуйся, яко просветилось люди, славите Слово воистину, единосущное пребезначальному Отцу. Радуйся, яко змеи его главу погубной ариевой ереси поразилось. Радуйся, яко тобою пожертвовать злоба. Радуйся, неверного мудреца, совопросника к истинной вере обративой. Радуйся, Спиридоне, предивной чудотворче. Проводя у Божьей
бедствие и нищете. Нищим и бедным был осипитатель, помощник любви ради к нищим. Змия в злато приложилась и дал еси оное требующему твою помощи. Дивящиеся о чудесе всем благодарственным им Богу, аллилуйя. Всем и всюду, яко святитель с передумой истину, есть жилище святой Троицы. Вселися бо в нем Бог Отец, Бог Слово и Бог Дух Святый, сего ради ты словеса и деяниями проповедовалась и всем христианам, воплощенного истинного Бога вопиющим. Радуйся, словес Божий тайниче, радуйся домостроительству Божие, спасение мира уяснивое. Радуйся, яко научилась, не испытывайте, еже есть превыше разума и мудрости человеческое. Радуйся непостижимую, действующую в тебе силу Божию явивой. Радуйся, яко устнама твоими провеща сам Бог. Радуйся, яко все послушах у тебе в сладость. Радуйся, мглу и долослужение разгнавы. Радуйся, яко многих к истинной вере привелась. Радуйся, яко главы невидимых змеев поразилась. Радуйся, яко тобою прославляется вера христианская. Радуйся, яко светло озаряющая всех ублажающих тебя. Радуйся, поборничая христианские веры и православия. Радуйся, Спиридоне, предивной чудотворче. Радуйся, Спиридоне. Преисполнен был Иси, святителю Спиридоне, ради добродетельного жития твоего, за некроток, милостив, чист сердцем, терпелив, не памята злобив, страннолюбец был Иси, сего ради Творец, и в чудесех преславно показатя, мы же прославляем Бога, прославшего тебя, вопием ему, аллилуйя. Спиридона, зрим великого чудотворца, некогда страна от бездожия, засухи вельми пострада, безглад и язвы, многое множество людей умроши, молитвами же святителя сниди с небесе на землю дождь, люди же, избавшись от бедствия, благодарственно взываху, радуйся, великому пророку Илию подобивайся, радуйся, ка дождь отъемлющий глад, и недуги благовремени не звелась, и радуйся, паки молитвами своими небо заключил, и радуйся, яко немилосердного купца лишением имения наказал, если радуйся, яко требующим пищу обильно даровал, если радуйся, яко любовь благоутробие Бога к людям подвязаешь, радуйся в земле немощи немощных, радуйся Богоблагодатный человеком помощниче, радуйся болящим здравие подавай. Радуйся, и Боже трепещу демоне, радуйся бесчисленных чудес источниче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Завеса ветхозаветной скинии, закрывавшая во святая святых ковчег ману и скрижали, и храм твой святителю Спиридон имеет, раку твоя, как ковчег, святые мощи твоя, как ману, сердце твоя, как скрижали божественной благодати, на них же зрим начертанную песню. Аллилуйя! Аллилуйя! Робги про некогда зумножение беззаконий, наказа Господь бесплодием земли, и когда же приедет к святому Спиридону, знаемый земледелец, прося помощи, даде ему святое злато, минуту же бедствия земледелец он, и возврати паки злато, и о чудесе злато змеи бысти, прославляющий Бога, дивного во святых своих вопием. Радуйся, яко Моисею чудесно приложившему жезл в змее подражал еси, радуйся, человеколюбивый пастырю, избавляя от бед словесные овцы стада своего, радуйся обильно всех всеми благами обогащай, радуйся, яко Илия бедных питал, и радуйся немилосердных милосердию обращай, радуйся, достоподражаемый, пример любви для человеков в мире живущих,
Радуйся верных и неверных в бедах утешения, радуйся древо сенолиственное, град и страна осеняющая, радуйся славой похвалу Киркирен, радуйся над влагою, сушею, зноем и хладом, благодатью Божией владычество ей, радуйся уставы земли молитвою применяя, радуйся будущее, яко настоящее, провидевы, радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Когда ты пред Господом за всех явился, еси святителю Спиридоне, сего ради мы прибегаем под кров Твой, ищущий спасение, всего помощника Тебе и мы во всех нуждах, во время глада смертоносной язвы, и вся година бед и искушений, сего ради благодарствуем и пьем Богу, аллилуйя. Аллилуйя. Твое чудо, видимо, благолепное, когда Ты в очи шествовал, избавить и неповинно осужденного на смерть, бурный поток преграде путь Тебе, Ты же именем всемогущего Бога повелел ему стать, и пришел и со спутники через реку, яко по суху. Слава всем чудесей распространися всюду, и все прославишь и Бога, вопиющего к Тебе. Радуйся-ка, иногда Иисус Навин через Иордан реку по суху пришеды. Радуйся речное устремление гласом своим укротивы, радуйся-ка трудный путь предприял и сей движимый милосердием. Радуйся, как клевету разрушил еси, и неповинного от уст темницы и напрасной смерти избавил еси. Радуйся жизни по Бозе, благий поспешничи, радуйся неповинного угнетенных защитителю, радуйся уставов естества водного применителю, радуйся, ко судью, вразумил еси от убийства, спасал еси. Радуйся истинное исправление душ, радуйся дивная сила, потоки удержающая. Радуйся, услаждающий сердца человека, к Тебе притекающих. Радуйся, человеколюби Авраама, подражателю. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Странник и пришлец былоси на земле, якоже и прочие человецы. Обачись чрева матери, всеведущей великого угодника и чудотворца, показать освятителю Спиридоне, бесы бой сгоняешь, и всякую болезнь, язву исцеляешь, и умышление людей зришь, тем же и дивен во святых показался еси. Мы же, взывающие молитву, ко благодателю всех Богу, вопием Ему, аллилуйя. Весь мир ужас и многим содрогнулся, всегда услыша, яко смерть по глазу твоему возвращают из утробы мертвецы, своя его запи, радуйся умершую черь свою, да явит врученные сокровища к жизни возвавы, радуйся скорбную вдовиту на сохранение злата вдавшую, утешивай, радуйся умершей от рача из мертвых воскресивой, радуйся, яко матерь его внезапо от радости умершую ожививой, радуйся, яко подобился Исиилии молитвами сыну Сарепские жены жизни возвратившему, радуйся, яко Елисею, возбудившему от смерти от рача подражал Иси, радуйся пастырю преискренне любящей человеке, радуйся же не блуднице слезами носит твои омывшие грехи именем Бога отпустивой, радуйся, святую ревность великого верховного апостола стяжавы, радуйся, яко нераскаянные грешницы, по твоему глаголу твоему в тяжких болезнях умре. Радуйся, земли плодоноси молитвами твоими спросивой, радуйся, непреложное воскресение человека в уверение, радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, сиянием озарен был еси святителю Спиридоне, мил бы еси духа премудрости, яко мудрыми словеси безумных обуил еси, посреди отцов веру утвердил еси, духа разума, яко умы омраченное озарил еси, духа страха Божия, яко вынудил они богоугодными, душа очистил еси. Тем же представь престолу Вышнего, сонмом ангелов воспеваешь ему, аллилуйя. Словесных овец от пастыря начальника Господа Иисуса приемы святые Спиридоне,
Не примени жития своего, не стяжателем кроток любви ради, вся терпя. Не постыдись, отпищися, я стаде бессловесных овец, вся сия возбуждает нас славить и Бога, и взывать о тебе. Радуйся, слава мира сего, яко суетную презревы, радуйся мзду, многою на небесех стяжавы. Радуйся, красная мира сего, в уме ты вменивы, радуйся, сосуде небесных благ, радуйся, святейшая пажити киприотов, радуйся, яко тебе ради Бог, хищников овец твоих, невидимыми узами связан. Радуйся, Татим, отеческое вразумление преподавы, радуйся, по милосердию твоему за проведенную без сна ночь, обна им даровавы, радуйся, непослушанием возлища якобы. Разум ищущего купца, утаившего цену его обречивы, радуйся, утаившего сребреники твои к покаянию приведы, радуйся, яко от страсти корыстолюбия увещанием своим исцелилась и его. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Богом тебе веренное, ты святителю Спиридоне, произволением Божьим звал, когда сиявите славу свою, паче же славу истинного Бога и в иные страны, да всюду славит имя Божие, вопиюще Аллилуйя. Аллилуйя. Скорый помощник и заступник во всяких нуждах и скорбик святый Спиридон по велению царева, якоже и прочие пастыри, приди во град Антиохию. Иди же бе одержимый болезнью царь Константии, святитель главы его коснуся и сотвори здраво, всему чудеси дивишася вопиемте, радуйся его же в сонном видении ангел, яко целителя яви царю, радуйся божественной ради любви, трудный путь старости восприявы. Радуйся цареву, рабу, ударившему тебя в ланиту, по заповеди Спасителя другую подставивай. Радуйся столпе смирения, радуйся молитвами твоими слезно просящему царю здравия даровавай. Радуйся яко унижением, уничижением своим раба вразумил еси, и немилостивый нрав его применил еси. Радуйся яко благочестию и милосердию царя научил еси. Радуйся яко, ненавидя земная сокровище злата царя отвергал еси. Радуйся, яко ученика твоего Трифилия от пристрастия к земным благам отвратилась, и сосудом благодати Божия соделал еси. Радуйся, яко пришедшу тебе в Александрии дали подоша, радуйся, ему же беси повинулись, радуйся, яко идолослужение многих отвратил еси. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, всегда во храме приносил, если святитель Спиридоне вечерняя молитва твоя, и небеша сослужащий тебе жилище, жителей же града дивное пение слышавши, в недоша в храм, и никого же видевши, с горними силами воспевав, аллилуйя. Аллилуйя. Солнце мира, собеседник ангелов, был еси на земле, святителю Спиридоне, предав же дух твой в руцы Божие, приселился еси в горнее селение, молясь за мир пред престолом владыки, мы же живущие на земле вопиемте. Радуйся, яко тебе еще живу сущу, сослужаку ангеле, радуйся псалмопенье ангелов слышавый, радуйся видимой образе нашего преображения. Радуйся, яко недоставшу елею в храме, Бог тебе ради, и с избытком лампады наполнил тем. Радуйся, лампада божественного сияния, радуйся, сосуде благодати Божией, обильное подобие еле, наполняющей душу твою. Радуйся, неиссякаемый источниче, присно источающий всем токи благодати. Радуйся, ним же изумляются ангели, радуйся, прислушание диаконов в храме наказавы, радуйся, тщеславившегося своим гласом и гласа языка лишивый. Радуйся, яко во время зноя внезапно роса, снишедшая свыше священную твою главу прохлади, радуйся в знамени сим близость представления своего провидевы, радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Бог, прибежище бы вы всем тебе притекающим, верным, еще в житии твоим ты святителю,
не оставил и нас сирых, и по Твоему спению, Бог, побеждающий естества чин, сохрани святые мощи Твои нетленными в укрепление православной веры и благочестия, в знамение бессмертия, Егоже прославляющий вопием, аллилуйя. Святителю Божию, яко удивилось и мир чудеса, истекающим от святых мощей Твоих, сибо с верою предходящие и лобызающие их получают все благопотребное просимое, и мы, давшего Тебе крепость, венчавшего Тебя венцем нетления и действующего Тобою Бога, прославляющего пием Ти, радуйся во время глада корабельникам, явивайся пищу, доставите повелел, радуйся слепым, с верою притекающим к святым мощам Твоим зрение даровавы, радуйся от неисцельной болезни, отрока исцеливы, радуйся беса из жены изгнавы, здраву сотворивы, радуйся избранный воевода Керкеры, радуйся, яко полчища злочестивых агарин, изгнал еси корабли, в пучине потопилась, и радуйся, его же видишь, окруженного сонным ангелом, писателем державшего, и в трепет врагов приведшего, радуйся, создати себе храм воеже совершать и на нем литургию на пресном хлебе, воеводе возбранивый, радуйся воеводу латинского, лютую смертью поразивый, радуйся молнии, изображение его в доме Венеции сожегшей, радуйся отступольство и лжемудрствование Запада посрамимый, радуйся единую православную веру быть истинную и спасительную для человека утвердивой, радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Чудный святителю Христов Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напастей, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений, изми от вечной смерти всех вопиющих о Тебе Богу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Святителю Христов, Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напасти, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений, и изми от вечной смерти всех вопиющих о Тебе к Богу. Аллилуйя! Христов Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напасти, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений, изми от вечной смерти всех вопиющих о Тебе к Богу. Аллилуйя! Всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавый, ты святителю Спиридоне воистину показался, и седрук Христов. Мы же зрящи тебя небесного человека, земного ангела, со благоговением умильного пием те. Радуйся, уме созерцай, тайны Пресвятые Троицы, радуйся, обогатившийся духа пресветлым и сиянием. Радуйся, светильничем многосветлый разум. Радуйся, ум твой, бесстрастием просветивый, радуйся, из млада, истинную простоту, безмолвие возлюбивый, радуйся, украшение целомудрия, радуйся, любви, неистощимая струя, радуйся, яко страннолюбие Авраама подражалось, радуйся, яко всем любви, обильно входы дома своего отверзалось, радуйся, нищих предстателю, радуйся, пред ним же благоговеют люди, радуйся, яко ты есть обиталище Пресвятаго Духа, радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Помилуй. Еще молимся, Господи, Отец наш,
Патриарху Преосвященнейшей Митрополите Германе и все во Христе братья наши. Еще молимся, сохрани и страни нашей властях и воинстве, яда тихое, безмолвное житие, поживем всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, о славе Божией, благополучно, беспрепятственно и скоро построитесь храмом святая Тайна Кронштадтская, святая Феридона Тримифонского. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, братья и святаго храма сего. Еще молимся за всю братью, за вся христианы. Слышали Божие, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море далече, и милостив, милостив будь владыка грехов наших, и помилуй ны, милостив вой человек, и любит Бог, еси тебе славу высылает, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Ко святителю Христову, Спиридону, епископу Тримифонскому чудотворцу, помолимся. Всеблаженный святителю Спиридоне, великой угодничий Христов и преславный чудотворче, предстояй на небесе престолу Божию, слети ангел, призри милостивым оком на предстоящие сди люди, просящие сильные твоей помощи. Умоли благоутробие человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. И спроси нам у Христа, Бога нашего, мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земле благоплодие во всем, всякое изобилие благоденствие. И да не во зло обратим благая, даруемое нам от щедрого Бога, но во славу Его и прославление Твоего заступления. Избави всех веру и несомненную Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений дьявольских наветов. Буди печальным утешитель, недугающим врач, напастих помощник, ногим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцам питатель, старым укрепитель. Странствующим путевождь, плавающим кормчий, исходатайствуй всем, крепкие помощи Твоя требующим, вся яже ко спасению полезная, якода Твоими молитвами, наставляями и соблюдаями, достигни вечный покой, и купно с Тобой прославим Бога, в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно, и во веки Господи, 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 Господ
дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю. Вы почитаете великого угодника Божия. Они так говорят, кто меня истинно почитает и прославляет, ну, то есть правильно, по-православному, по-христиански, воздавая честь, конечно, Господу Богу, тот и от них получит отношение, помощь. И вас помянут престола Господа Бога. И помолятся там Господу Богу, чтобы нам не спаслась благая требуемая, которую мы спрашиваем Господу Бога и Его святых угодников. Вы знаете, что сей святой удивительный совершенно, что в своем бытии и о своем представлении он сыграл, наверное, все добродетели и чудеса, которые только были до него и после. То есть великих святых пророков Авраама, Моисея и Илии, и Елисея, и Николая, своего собрата, во многом даже, если вот сравнивать, конечно, нельзя так делать, что конкуренция какая-то, но не меньше. Николаю Богу. И по морю он, по водам, яко по суху ходил, и воды расступались, и мертвых воскрешал, и исцелял, и превращал естества, то есть животных в золото, в землю, там, в другое, давал здравие одним своим прикосновением молитвы. То есть, понимаете, он уже был, так сказать, небожитель уже был на земле, сбежал, действительно, такую благодать Божию, что нам надо только мечтать об этом, удивляться. Ну, да, на самом деле избранник Божий, редко был дар, у кого на земле был и есть. Ну вот, чудеса его даны продолжаются, вы знаете. Вот то, что говорили десная рука его, она у нас в России была, ну, два раза на нашей памяти в последнее время. Вот она из города Рима, из Италии, она там хранится и по просьбе священноначалия нашего ее привозят сюда. У нас вручают крестные воды в нашем городах, в нашей стране. Мы имеем возможность видеть это, прикоснуться и помолиться. Это большое дело, потому что я наблюдал действительно помощь. Я же от этой руки отмолюсь. Ну и, конечно, его сами мощи находятся непленные в греческом государстве на острове Корфу, Терпира, храме, который посвящен ему. Храм сидит в Спиридоне Чудотворца, он вот построен как раз во время венецианского владычества, но как вы слышали, он возбранил сделать службу на основах по латинскому, по западному образцу, сказал, нет, как было на Греции, на Востоке, так и будет служба совершаться. Хотя храм он выстроен, он имеет что-то и от византийского такого стиля, что-то от базилики греческой, что-то от византийской, то есть западно-итальянской такой традиции, росписи там интересные. Но там служба совершается по греческому славному обряду. Новоюлианский календарь используется, то есть его память совершается 12 декабря. Вот это основная. Ну вот. В центре города находится этот собор, улочки старого города, кривые, вымощенные белым камнем, отполированные ногами паломников и туристов. Не бывает там зимы никогда, снега, морозов.
естественно, зелень. Вот можно из порта попасть, или из аэропорта люди приезжают, попасть в этот храм из ворот центральных городских. Очень легко найти по высокой колокольне этот храм. Он рядом находится с площадью центральной. Там много всегда людей. Тут приплывают корабли большие. И люди разные, разные веры. Ну, уже таких, конечно, совсем фанатиков религиозных, я имею в виду, там, мусульманы. Вот, бывают такие, знаете, редко. В основном люди... Даже вот мало религиозные, но все приходят в храм и подходят к себе. То есть кто крестится, кто кланяется, кто молитву просит, а кто просто, знаете, как это, подходит и так постоят, поклонятся, или там дотронутся рукой, кто поцелует. Ну, по-разному чтут, но, знаете, есть такое, знаете, он хозяин. Хозяин этого острова, хозяин земли, его нужно... почти поприветствовать. Я вот это, слава Богу, наблюдал, видел два раза, два года я был там, последний раз я многожды раз был в этом храме. Давалось там просто посидеть на службе, посмотреть, как это все происходит. Народ очень терпеливый к нам. Никто никого не выгоняет, не тыркает. Правильно там не заставляет ничего там одевать. Ни платки, ни юбки. Все спокойно, совершенно ходят везде. Здесь ходят, царскими вратами ходят, можно пройти. Закрыто там алтарь, конечно, но к мощам подходят. В общем, так приветливо, любвеобильно относятся ко всем людям, которые туда приезжают. Рака серебряная, она такая красивая, большая, специально ниша находится рядом с алтарем, с левой части, так, слева, ну, так, если смотреть на алтарь, то справа. И чудеса там до сих пор происходят. Вот, например, знаете, как вот наша жизнь суетная, конечно, исполненная. Хочешь по-хорошему, бывает, а не получается, то с кем-то там повздоришь, что еще что-то, то какие-то нервничаешь. Вот туда, как я помню, первый раз, ну, нет, надо поехать первый день. Приехал, надо съездить, неудобно было. Сели на автобус, поехали просто на городской. Я совершенно был не готов, конечно. У меня вот такое смятение, все это перелет, я тяжело это все переношу, переезды, перелеты эти, и вот просто подошел и говорю, я не готов, но я тебя прошу, прости меня, я тебя приветствую, молись, помоги, вот так руки положил, буквально несколько секунд, ну нельзя же там долго, там, так сказать, когда очередь, когда никого нет, там. Подержал там несколько секунд, стоял молча, вышел и сразу почувствовал, что вся усталость, которая была, все это смятение, все ушло. Мир, спокойствие, тишина на душе. И сразу ты почувствовал, что ты дома. Ты приехал. Действительно, то место очень приятное, очень удобное для жизни и для молитвы. Ну и другие разы то же самое. И не буду врать о чудесах. Ну вот, женщина, которую я встретил там, русская, она работает в экскурсионном бюро. Она когда-то, лет 15 назад, уехала из России, мигрировала. Многие у нас люди уезжают на Запад. Она села в Грецию. Замуж за грека, села там. Но надо сказать, что она была, как она с ее слов, не верующей, не религиозной. У нее заболел ее сын, когда ему было
совсем немного, какая-то вот болезнь, значит, болезнь, связанная с онкологией, аутоиммунное онкологическое заболевание. Я не помню, что, сейчас не буду врать, но неизлечимое заболевание, оно не вылечивается. То есть можно какое-то отсрочить или поддержать там. Вот что они делали. Деньги у них были, благо, и они ездили свое слово и сделали. Были в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, в клиниках лечили, там, в Германии где-то, в Швейцарии, там, все где можно только. Везде как говорили, да-да, мы вам поможем, да-да-да, мы вам поможем, ничего не помогало. И вот она услышала, что есть у нас в институте онкологии, в Москве хорошие специалисты. Ну, то есть, да чего это в Москве? Ну, а ей что-то вот Россию не пускала. Она поехала в Москву. И там мы осмотрели ребенка, посмотрели все эти истории болезни, расспросили, исследовали и сказали, мы вам скажем, что обманывать вас не будем. Мы вылечить не можем вашего дитя. То есть все, что вам говорили, к сожалению, вас обманывают. Но мы, честно скажем, мы вылечить его не сможем. Мы не умеем. Она говорит, ну она заплакала, поняла вот это все отчаяние. Она, конечно, догадывалась. Так. Сунулась сразу, все у меня провалилось, упало, все, не знаю, что делать. И тут ей вот этот профессор говорит, слушайте, а вы вообще-то что-то смотрит историю, а вы где же живете? Она говорит, а я живу на Корфу, в Греции. А у вас же там есть такой святой, святитель Спиридон. Знаете, она говорит, а я не знаю, я первый раз слушаю. Вообще удивительно, что там, конечно, все об этом знают, но она там прожила и ни разу об этом не слышала. Это было нечто удивительное такое. Говорит, ну как же, вот есть, прямо в городе там у вас... столица города, этого острова. Вот вы, он говорит, кто поможет, может только он. Мы помочь не можем. Ну и она говорит, я подхватилась, у меня там надежда, она единственная. Приехали мы туда, я, ну как, женщина такая красивая, деловая, ну, конечно, не религиозная. Пришла, я говорю, нам к самому главному, я там выяснила все, где настоятель. Собора, я к нему пришла на прием и все рассказала ему, так и так. Он мне там, ну расплакалась я в конце концов, там, говорит. Ну он смотрит, видит, посмотрел все это и говорит, ну давайте так сделаем. Дитя говорит, можете? Я говорю, нет, не могу, в очень тяжелом состоянии дома. Таскать его невозможно. Тем более он не в этом городе, а как в поселке. На другой стороне. И вот он говорит, ну давай так. Вы привозите каждый день его постельное белье. Простынь, наволочку, чем он укрывается, вот это укрывало, говорит, все вот это привозите. И вот майку, рубашку. Привозите его каждый день. И вот они. Перед когда открывали, ну, храм, они клали, перед началом другие, прямо в его мощи, клали вот этот пакет с этим бельем. И потом служился молебен, и они это ей отдавали. Она брала на машину и везла домой. Все перестилала, одевала, переодевала, обувала его и одевала в новое. Ну, конечно, вот так она делала. Она говорит, я сначала не верила, что это будет 7 дней. Делала, ну а делать-то нечего. И вот смотрю, на 7-й день его состояние стало улучшаться. Он как-то вот стал кушать, немножко повеселел, стал разговаривать со мной. Я туда, я прибежала, сразу поехала в этот храм, начинаю рассказывать, говорю, продолжай. И вот они дальше, говорят, через 2 недели они смогли его привести к церкви, помолиться.
Они, конечно, исповедовались у этого священника, причастились всей семьей, и ребенка там причастили. И стали, вот она говорит, я стала прихожанкой этого храма. И знаете так, вот не сразу, не резко, но постепенно, в течение 2-3 месяцев эта болезнь прошла. Сейчас он отставал тогда на 5-6 лет в развитии, выровнялся, говорит, за полтора года. Сейчас вообще не болеет, крепкий, здоровый парень, учится в институте, спортом занимается, верующий, все у него нормально. Вот так. Ну, а все говорили, что помрет. Ну, вот это чудо, так сказать. Ну, он говорит, конечно, я сейчас прославляю и никак не иначе называю Спиридонушка. Спиридонушка, или там святой, вот он очень, так сказать, когда рассказывал, там ну, немножечко даже слезу припустил. Естественно, это все очень близко. Поэтому, знаете, вот, кто болеет или что-то там, лекарства, можно это все, но помните, там, где невозможно, наши земные, там Божья сила превозмогает, и за веру людей происходят чудеса. Вот. Но почитание этого святого велико, 6 раз в году, его там читают, почему это настолько удивительно происходит, вот кто может там из людей. Посмотрите, альбомы есть в интернете, выложенные где-то книги, фотографии эти есть. Как это происходит? Там целое театральное действие. То есть все одеваются красиво. Там специальные формы. Все это губернатор острова, там специально старинные одежды одевают. Такие барабанщики, трубачи, там такие как бы средневековые одежды. Священники все съезжаются, и гости там. И вот это шествие начинается из храма. И оно обходит весь город, крестный ход, вот, сначала молебные там пения, потом начинают там дудеть, там вот эти, ну, в общем, целый карнавал, парад такой. В конечном итоге, потом это все опять в церковь возвращается, опять начинаются молитвы, служится литургия, потом это все кончается. Это полдня все происходит, очень длительно. Там все люди, конечно, собираются. Я вот, конечно, удивляюсь, как они там все помещаются, потому что храм на самом деле не очень большой. Тем более там занято места для сидений есть. То есть там, так сказать, ряды, да, вот сидят в Греции, да, во всех православных храмах, кроме России, люди сидят. Принято. Католики, так и так. Все православные, кроме русского, там церкви, все сидят. Ряды. Они немножко отличаются, конечно, от итальянцев. Но там есть места для сидения, спокойно можно сесть, помолиться, послушать. Не торопя, служба идет, так ты-ды-ды-ды-ды. Каноны вот эти псалмы читают. Конечно, это лучше сидеть. Тогда надо, все встают там, слушают, делают поклоны там специально. Приспособление для колен там есть. В общем, удивительное это место, удивительный город. Если вы будете туда съездите как-нибудь, посмотрите. Вот у нас наши древние люди из хуторов, они ходили в Киев, в Иерусалим. Пешком. Пешком не надо идти, можно найти, задаться целью и поехать. Это вполне доступно для большинства людей сейчас стало. Ну и, так сказать, что касается меня, тоже вот через меня я там прошел как-то вот этот святой, не знаю почему, может быть, вследствие моей фамилии или чего-то еще. Но он меня сам, так сказать, избрал как-то, вот не я, так сказать, обратил внимание, но он сам. Просто вот так в голове у меня он появился, я не знал. Ну, я слышал такое, ну, как говорится, среди всех там пачек святых, вот, еще написано. И вдруг он у меня начинает постоянно это имя.
что такое, почему, потом известные события, откуда ты, 5-6 лет вплотную занимался. Удалось даже и пострадать во время святого. Я сейчас, конечно, уже спустя какое-то время, я, естественно, очень благодарен. Вот. Потому что он воспитывает людей, он делает их лучше, мужественнее, более трезвый взгляд на жизнь, ну, на церковь. Так что будем молиться. Икона, это икона. Она переведена из перфера, да, то есть там куплена. Естественно, это икона не писанная, да, ну вы сами понимаете, штамп там, ну, сделан очень красиво. Из храма этого была, ее привез, мне привезли в гости, то есть в дар. Я не просил, мне мои друзья из Москвы ее доставили. Каким образом? Один священник, игумен Дамиан, он служил там, в Москве, и он узнал, ему же сказали, он узнал про меня, и он говорит: о, интересно очень, а ну-ка, говорит, дайте ему, привезите эту икону. И вот он ее с любовью посылает, этот дар там, мне лично, вот, святителя Спиридона, и мы ее, верующие люди, там рамочку сделали, и эта икона, она там находилась. Храним, не молились. Вот, и я хочу сказать, что он очень слышал, когда перед иконой просил. То есть она для меня, по-своему, она чудотворна. И от нее исходило и благоухание. И люди неверующие становились верующими. И иноверцы приходили, преклонялись, которые иконы не почитают, они говорят: икона слава. Понимаете, от нее такая какая-то сила некая исходит. И я ее забрал, эту икону, оттуда. Я ее не мог держать дома, потому что я не мог на нее смотреть спокойно. Вообще не мог даже. 3 года. Но я попросил свою маму, она у нее была дома, эта икона. Вот я приезжал как-то, молился и все, уезжал. Ну и потом, вот спустя какое-то время после этого, я ее смог взять домой. Сейчас она находится в хранится дома, я ее буду иногда приносить сюда, вам показывать. И вот я такое дал обещание, если храм будет построен, освящен, я эту икону в этот храм верну. Спасибо вас, Господи. Спасибо, Господи. За тебя, родителя, причастников со святыми тайнами поздравляю. Ну да, а в целом я хочу сказать, очень приветливое место, мне, знаете, очень понравилось. Вот, конечно, меня уже мои говорят: ты дурачок, говорю: что ты ездишь в одно и то же место? Взял бы там куда-нибудь другое место, поехал. Я уже сам понимаю, мне тоже отпуск один, мне интересно куда-нибудь тоже посмотреть там. Какие-то тоже святые места интересные. А вот я хочу и опять туда, потому что там очень-очень хорошо. Вот как говорят, я, конечно, не рекламирую вам, но там действительно, вот если сравнивать всякие Египты и Турции, не дай бог туда. Хорошо, говорят, но там нехорошо. А вот там действительно хорошо, потому что там святая земля. Там чувствуешь себя, особенно если себя ведешь правильно. То есть и отдых там находится, и можно еще вот приобщиться к святыням. Там на каждом шагу храма. Там... О, Господи, 800 что ли храмов на острове? Более 800 храмов. А остров небольшой, меньше нашего Волгограда. 800, более 800 храмов. Ну везде. Не, конечно, служат не везде там. То есть там раз в год служат. Там такие маленькие храмики. Но действующие, вот даже там поселочек курортный.
Три храма. Где ты рассмотришь? На горе. Господи, да как туда добираться? Еле-еле язык на плечо зашел. А еще выше, еще церковь больше стоит. А там еще смотришь. И вот так везде все усеяно. Весь остров. То есть везде освященная. Понимаете? Земля намоленная, освященная. Действительно, под охраной. Ну, многие других святых. Другие острова есть там замечательные. Святая гора Афон, не знаю. Ну, то есть нам надо брать пример. Мы вот по сравнению с ними. Ну, еще, знаете, я хочу вас поздравить. Ну, как, не вас, конечно, поздравить, а наших друзей греков с Рождеством Христовым. Потому что они празднуют. Ну, когда говорят, что они по григорианскому же календарю, не правда. Это календарь называется Ново-Юлианский. Вот мы по юлианскому, а есть Ново-Юлианский календарь. Значит, в 1912 году, если я не ошибаюсь, болгарский ученый, верующий человек, кстати, очень церковный, он астрофизик, астроном, специалист в области календарей. Он задался этой целью, проверить эти календари, и вот он создал самый точный календарь. Он сказал, намного точнее григорианского календаря, то есть все. Но он совпадает, да, сейчас. Ну, многие перешли на этот календарь, служат по нему. Вот. И он единственное отстанет в 2800 году, он на один день так, вперед пойдет григорианский календарь. То есть это разные календари на самом деле. То есть, когда говорят, что нет, это разные календари. Вот есть григорианский, есть юлианский, есть новый юлианский. Просто христиане живут по трем календарям. Григорианский, юлианский и новый юлианский. Да, по ново-юлианскому календарю сегодня празднуется Рождество Христово. Ну, так сказать, погода соответствует этому. Мы чувствуем, что западный мир, да, он молится, и Господь их слушает, дай Бог. И нам, мы живем по другой системе. Конечно, это разницы никакой нет, это все относительно. Поэтому через 13 дней мы будем праздновать праздник Рождества. Чтобы знали. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Слово Духа Священного, очистя мы, прости, не упомянем,
Морозцем. Вот так, наверное, и в жизни человека. Юность всегда полна надежды любви. Зрелые годы, пора расцвета, творческих сил, пора свершений, забот о детях и внуках. Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Грустно на душе становится от мысли, давно ли были молодыми. Но давайте в минуты грусти будем просто улыбаться, ведь улыбка — это молодость души. И сейчас давайте все вместе улыбнемся и вспомним радостные моменты прошлого, вспомним про любовь. Летят года, но не беда, о том не стоит волноваться. Не зря Вахтанг поет слова «Мои года, мое богатство». Мчатся годы быстро, без оглядки, пролетают, тают словно дым. Вам желаю на любом десятке оставаться сердцем молодым. Каждого из нас
есть Господь. Сам Господь поможет своей благодатью, то есть той невидимой силой, которая наше сердце превращает из каменного, окаменевшего в живое сердце, отзывающееся на голос нашего Отца, нашего единственного возлюбленного, пастыря и друга, Господа нашего Иисуса Христа. Он зовет нас и говорит: «Это я, не бойтесь». Когда мы в смущении, Он говорит: «Не бойся, только веруй». Он говорит: «Я не оставлю вас сиротами, я буду с вами, я с вами во все дни». Значит, всегда Его искать, постоянно к Нему обращаться, постоянно к Нему стремиться, постоянно желать всей душой жить с Ним, в Нем и для Него. Вот залог настоящей жизни. Тогда придет и уверенность, и здоровье души, и все станет на свои места. Покоя хочется, и лада в стремлении праведном понять. И надо жить, и верить надо, а с прошлым нить не разорвать. Плыть по течению невозможно, душа бунтует и горит. Что в жизни истинно, что ложно, быть может, кто-то объяснит. Несем судьбы лихое бремя, смирение кроткое, протест, надежда лечит, вера, время, но всем и каждому свой крест. Мы сквозь чистилище проходим, теряем, ищем, чтобы найти, и иногда себя находим к концу нелегкого пути. При самом сотворении своем завода, так называемый. Ну, думаю, ну, придет, сколько там людей, ну, сейчас же время такое. Думаю, придет немного, наверное, людей. Ну, и вышел с приветственным словом. Когда посмотрел, увидел, там два этажа, портер, еще два этажа. Забиты, а люди все идут и идут. Я немножко даже испугался. Но, с другой стороны, я почувствовал, что вот настолько человек действительно изголодался по нормальному слову, человеческому, по слову, которое исполнено какого-то тепла, любви, нелицемерия. Вот, и, конечно, понял, что все это необходимо, нам с вами необходимо, и мы друг другу необходимы, мы друг другу нужны. И вот сегодняшняя встреча, сегодняшний концерт – это, знаете, как объяснение в любви. Я хочу, чтобы это было воспринято именно так. Как объяснение в любви? Кому, в чем? Человеку, от человека к человеку. Потому что настолько мы разучились видеть в человеке человека, что, вот знаете, как я говорю, часто человек приходит в церковь и плачет. А я его спрашиваю, точнее сказать, он спрашивает: «Батюшка, почему я плачу? Я вообще другой человек, я не плачу никогда». Я говорю: «Потому что вы в церкви сами собой стали. Идете вы к начальнику, вы надеваете одну маску, чтобы вести с ним по-особенному. Идете к врачу, вы принимаете другую маску. Идете еще к кому-то соответствующую маску». И таких масса, и человек уже порой думает: «А кто я? Кто я на самом деле? Я сейчас в маске или я образ? И вообще, если я образ, то я чей образ?» Вот святой, в честь кого назван приход, который находится на территории Волгоградского областного геронтологического центра, у вас дома, здесь,
Это особенно святое. Мы с вами знаем святителя Николая Чудотворца. Вот для греков святитель Спиридон Тримифунский, он такой же, как для нас Николай Чудотворец. Если вспомнить его жизнь, вот буквально два случая его в жизни хотелось вспомнить. Не то что случая. Он в свое время был простой человек, он был пастух. Потом со временем он женился, у него родилась дочка. И вроде бы жизнь по земным меркам шла нормально. Шла нормально, семья есть что покушать, дочка есть. Пришла беда, умерла безвременно жена. Осталась дочка на его попечении. Потом и дочка умерла. И он, понимаете, вот человек, который прошел этапы в жизни, которые мы с вами проходим. Мы когда приходим в этот мир, когда мы молодые, нам кажется, действительно, все так всегда будет. Но жизнь идет. И вот святой, обратите внимание, он на голове имеет такую шапочку. Это простая пастушья шапка. Из финиковых веточек сплетенных. Но он ее никогда не снимал. И на иконах изображен именно в ней. Почему? Во-первых, он людям именно такой запомнился. Простой и доступный. Этот святой простой и доступный. Кто такой святой? Чем отличается святой от начальника, от еще какого-то там человека? Святой – это носитель Бога, носитель любви. И вот он носил бы шапочку в напоминание, что приходите ко мне, всем помогу. Он такой был при жизни, он такой остается и сейчас. И вот на том есть такой остров Корфу в Греции, маленький живописный остров. Там находится его мощь, то есть останки, тело его. Но вот удивительно, тело его имеет такие же свойства, как тело живого человека. И температура этого тела неизменно 36,6 градусов. Хотя, скажем так, отошел он из этого мира в мир иной в 4 веке. Кто не верит, есть такие паломнические поездки, они туда ездят и прикладываются к нему, трогают его. Даже периодически, раз в какое-то время, меняют у него одежду и обувь, потому что через некоторое время смотрят, она истоптана, обувь, у того, кто, видимо, недвижим. Это говорит о том, что он очень скорый в помощь. Но опять же вернемся к тому, что он святой, то есть носитель любви. Я задам вам вопрос, а вы мысленно ответьте на него. Как называется справедливость без любви? Как вы думаете? Жестокость. Справедливость без любви есть жестокость. И любую добродетель, любое доброе качество назовите и отнимите от него любовь. И вы увидите, что это изменится то наоборот. Часто и человек – это Божий образ, это Божье создание. И посмотришь на человека, и кажется, вот замечательный человек, а подойдешь, попросишь о чем-то, обратишься к нему. И в ответ мы видим, что перед нами как не человек какой-то находится. Почему? Потому что мало любви. А что такое любовь? Вот Священное Писание, Евангелие говорит, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Где есть Бог, там есть любовь. А где нет Бога, там нет любви. И святые – это маячки в мире. Таких маячков все меньше и меньше становится. Но нам надо держаться за этих маячков. Я очень радуюсь, искренне радуюсь, что в вашем доме есть храм, приход, который носит имя этого замечательного святого. Очень простого, очень доступно. Я, конечно, желаю молитвенно, желаю от него помощи вам. Но с другой стороны, чтобы помощь принять, нужно попросить. Нужно протянуть руку. И не надо ничего больше. Просто нужно обратиться и попросить.
Сегодняшний наш праздник, он носит характер поздравительного с праздником святителя Спиридона Тримифунского, с наступающими торжествами, праздниками нового 2012 года и Рождества Христова. Знаете, Новый год. В детство вспоминаю, я, наверное, до 8 класса верил, что есть Дед Мороз. Честно скажу, до 8 класса верил, что есть Дед Мороз. Вот. Потом рос, понимал, что родители где-то там чего-нибудь придумывают. Но, слава Богу, есть не Дед Мороз, есть Христос, Бог, Спаситель. Мы его называем Спаситель. Почему? Потому что он пришел спасти и помочь человеку. И вот вернусь к тому, с чего начал. Сегодняшний день – это признание любви. Человека – человеку. И пожелание, чтобы мы друг в друге узнавали, конечно, человека, но самое главное – узнавали образ Божий, носителя любви, носителя Бога. Знаете, что все у нас будет хорошо. Обязательно будет хорошо, иначе смысла в нашей жизни нет. Я вас поздравляю со всеми этими праздниками. Желаю доброго здоровья, хорошего настроения и уверенности в том, что мы не одни. Уверенности в том, что мы друг другу все нужны. И храни вас Бог с праздниками вас. А сейчас мы наш концерт продолжаем. Настоятелем прихода на сегодняшний день является иерей Олег Иващенко. Сохранилось мало сведений. Известно лишь, что его родители были рассказаны на принятии стариков и пропитании нищих. Царство императора Константина Великого святости сегодня. Об одном чуде мы вам расскажем. Невозможно. Разочаровавшись во врачах, она обратилась и расположена святые мощи святителя Спиридона. Интересным ходом она не могла. Тогда она попросила мужа, чтобы он положил ее на ступени, мимо которых будут проносить мощи. Муж положил ее, но охранники не разрешили там ей остаться. Потребовали убрать ее. Увидев слезы, ей разрешили остаться. Когда крестный ход заканчивался, мощи пронесли мимо нее и занесли в храм. Через четверть часа после окончания службы Екатерина почувствовала силу. Ее язык повиновался ей, и она заговорила. Thank you.
человек делает и обязан делать, это дарить любовь, как Господь наш, Иисус Христос. И вот мне хотелось бы сегодня не свою песню спеть, первую номер, а спеть песню замечательной певицы, которая дарила свое творчество и свою любовь людям. Я сейчас начну петь, и вы наверняка узнаете эту песню и вспомните замечательную певицу. Спасенная душа, не высятся воздушные.
послал взяток, благодатное небо. И вот эта песня, она поется в этом спектакле. И так это называется. С Рождеством, братья и сестры. Словно эти звезды, и у вас горят сердца,
представляется отцу Олегу. Я, конечно, хотел бы попросить, чтобы все ребята, все участники вот рядышком со мной стали. Вот. Подойдите, ребята, пожалуйста. Мы сила, когда мы вместе, да, это правда уже в политический лозунг перешло, но это нормальная, естественная, это истина. Вот когда мы вместе, тогда мы и сила, а когда мы порознь, тогда и плохо бывает. И вот сегодня собралась такая семья. Я благодарю ребят, которые открывали сегодняшний такой вот утренник, который вальсом нам настрой такой вот все-таки вложили. Ребят, которые приехали со Спартановки, с общеобразовательной школы номер 61, вот, руководителя театра «Капитошка» тоже благодарим. Ребят, студентов благодарим, друзей уже наших. Вот. Московский гуманитарно-экономический институт, правильно? Вот. Благодарю ребят воскресной школы прихода храма Иоанна Кронштадтского. Благодарим Инну Геннадьевну Чужову. Надеемся, что мы вот таким составом будем почаще к вам приходить. Если вы, конечно, не откажетесь, если вы нас не забросаете здесь ничем. Вот, вот. Мы с радостью придем. И, конечно же, еще раз с праздником вас, свидетеля Спиридона Тримифунского. Желаю, чтобы это место было благословенным местом. И люди, которые здесь живут, были благословенны Богом. Чтобы все эти люди, кто здесь живет, трудится, работает, были носителями любви, значит, Бога. Вот. И, конечно, с наступающим Новым годом, чтобы он наши надежды, надежды старые, год новый, надежды старые, но чтобы оправдался, но оправдался, конечно, Божьей помощью. И для этого пришел мир Спаситель Христос в Рождестве. Вот со всеми этими праздниками, событиями поздравляем вас. Низко мы вам кланяемся. Пусть у вас будет хорошее настроение. И всегда знайте, что мы друг другу нужны. И Божье на вас благословение с праздником. Ну а поскольку всякое, наверное, собрание должно... Или вы уже... В конце что-то хотите сказать, да? Тогда я буду заканчивать. Но чтобы как бы не уходить с пустыми руками, с пустыми сердцами, самое главное, вот от всех нас, вот маленькие, маленькие-маленькие, даже на них, может быть, и не стоит какого-то внимания обращать, но пусть это будет воплощением, пусть маленьким, ну, наших искренних намерений с праздниками вас и до новых встреч. Бог даст... Чуть-чуть попозже, вот в этом приходе, который здесь на территории находится, мы возобновляем Богу служение. Об этом будут у нас объявления через Тамару Валентиновну. Вы это все будете узнавать. С праздником вас! Спасибо. Музычки какие-нибудь поставьте. Инструментальные. Это у нас. Thank you.
на сегодня мы вас отпускаем. И надеюсь, до новых встреч. Спасибо, что пришли. Спасибо, что вы были. Спасибо вам. Сегодня
Да. Поздравления с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. А самое главное, с праздником того святого, чей приход находится на территории. Здесь все как бы... Едино. Мы не говорим о том, что сегодня Рождество, потому что по православной традиции сегодня пришли, да, мы пришли поздравить со всеми праздниками, наступившими, наступающими. Вот это наша. А вот это я, о котором мы говорим. Как и школьники, подготовили для вас подарки новогодние, рождественские. Обязательно вам их вручим завтра. Эти подарки готовили люди со всего города, разного возраста, разной профессии. Это и школьники, и студенты, и малыши даже в детских садах, там рисуночки, поделки. И хочу передать вам привет от всех тех, кто готовил эти подарки, потому что они... делаю все с любовью, с теплом, с заботой о вас. И хочу до вас донести, мы довезли до вас подарки, и теперь вам передаю от всех этих людей привет, передаю любовь, ту заботу, с которой они все это готовили. Спасибо всем. И вам спасибо. Огромное спасибо вам, Леночка. Спасибо за то, что вы... ну, я так понимаю, что тепло, которое... и желание, чтобы вам было теплее вот в этом доме. Правда? Да. Все. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Ну что, всем, кто собрался, огромное спасибо за все, что вы услышали, за то, что вы поддерживали нас. Спасибо большое. Спасибо. Снимайте, зачем? На память.